They brandished his infallible sp- Так, ну, посмотрим, что из этого выйдет. Смотрите, когда он разбивает стулья, то все нормально. Ну-ка. Плохо, 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 плохо. Так, там опыт. Понял? А, теперь понял. И это, конечно, все печально. Так, ну, посмотрим. Понял, почему не лупит. А если... Куда бить? А нет, ну вроде как бьет. Так, ну осталось всего ничего.
You were about to give me a fragment of the Mirror of Fate. Ah, yes. Here it is. Oh, yes, good. Good. You know, it's all starting to come back to me. I know who you are. Oh, my. Goodbye, old man. Guard your heart well. Хочу сказать, что битва достаточно несложная получилась. Это при том, что я ничего из вот этого не применял. То есть, если еще применять хилки, там, я не знаю, ну, куча всего можно. Повышение навыка, там, замедление, еще какую-то фигню поприменять. То я, ну, то есть, вообще сложности никакой нет. Это причем при том, что мы играем на харде. В первой части совсем такого не было. Так, ну по идее нам нужно просто возвращаться. Сюда, я так понял, мы никак не доберемся сейчас. Что ты ноешь? Да, новая способность. Сколько у меня есть? 4700. По идее, неплохой скилл. Никто меня тут не ждет. Так, ну мы по идее почти уже добили 89. Угу. А вот тут ждут. А с этой стороны? И с этой стороны. Так, ну мне по идее просто нужно к Тревору вернуться и отдать ему второй фрагмент зеркала. Так. Чё б его такое? Ну, давайте. Чё-то у вас как-то... Секунду. Как он меня в воздухе споймал? Интересно, да? Смотрите, как быстро мы его прокачали.
Да хоть кого-то зацепи, боже мой. Так, ну, прокачали. Так, давайте теперь начнем, например. Окей. Да ну как я там не зацепил? Играть можно, сейчас посмотрим. Да, можно играть. Опять берем мышку в руки. Да. Сейчас опять три, сколько там, 3-4 захода примерно. Так, тут 500 опыта должно быть. Угу. Давайте еще. На мышке, конечно, это проще всего делать, потому что, ну, быстрее просто можете повернуть. Камера просто на геймпаде, она фиксированная, то есть скорость там определенная, и быстро вы не сможете переключить. Или же через одну будет прыгать, как в прошлых сериях. Или же вообще попадать не будете. Так, ну тут у меня все есть, а что там дастся еще? Опыт вроде больше не даст, поэтому... Ладно, давайте попробуем. Ну и ладно. There are still some missing pieces. There is one other piece, and I know who has it. Насколько я помню, он снизу цеплял осколок. Непонятно, почему снизу ничего нет. Close your eyes. Just for a moment.
Так, ну давай, сделай что-то, чтобы мы перенеслись или что? Чтобы я нашел следующий осколок. Такое впечатление, как будто мы у Зубека, да? I'm pleased to see you again. What happened to you after you destroyed the Acolyte? I lost all trace of you. Where have you been? Attending to my own affairs. Ah, I see. But of course you have been away such a long time. Everything appears to be in order, sir. The other Acolytes will know one of them is dead by now. Indeed. But they don't know who was responsible. I'm sure word will reach them soon. I have little doubt that they will discover who it was before too long. I'm afraid that they already suspect you have come out of hiding, my friend. Even as we speak, a powerful presence searches for you in your little hideout in the church. Who? An envoy of the Acolytes, I believe, though I cannot be certain. I'll go and see for myself. Whoever it is may lead us to him. Accompany him. No. I don't need a dog. Я думаю, он все равно пойдет. Так, секундочку, давайте сменим скин. А то этот что-то уже приелся. Оу. Ребят, да вы упоролись. Так, что-то мне нужно прокачать. Будем драться именно так. Только не плюйтесь. Окей, ну в принципе уже 35% есть. Ого, как-то больно. Да ну, это, по-моему, бред. Я в воздухе, он бьет под ногами и меня цепляет. Мне это напоминает Injustice. Когда вас бьют и непонятно как цепляют.
Да, не стоит их недооценивать, конечно. То могут напакостить. Так, а тут мы уже были, кстати. процентов. Ну, сейчас еще примерно 35 сделаем. Окей, давайте начнем с этого. А помните, как я тут не мог запрыгнуть? Тупость еще та. А тут, по-моему, что-то было толковое, нет? Я уже и не помню, если честно. Нет. Чё, вы опять тут? По сути, ее вообще не надо заряжать, можно сразу, да, юзать. Еще разочек. Блин, не хватило. Не понял. А куда мне стрелочка показывает? Такое впечатление, как будто я не туда поехал. Но хоть кристалл взял. Это хорошо. Ну смотрите, мне показывают конкретно в лифт.
Странно. По идее, какой-то круг, да, нужно сделать? Обойти как-то. Окей. Блин, тут столько бесполезных навыков, их придется качать. Причем они, посмотрите, немало стоят. Что ли их подлавливать теперь? Абсолютно не знаю, что качать, потому что, ну, блин, просто не нужно. Ладно, ничего не буду качать, наверное, потом просто куплю кристаллы. Да, это ж неблокируемое. Ну, кто бить будет? А нормальные атаки будут? Ты еще меня не зацепил. Так, наверное, ребята, мы сейчас закончим проходить. Я не знаю, в следующей серии будем уже искать, как пройти, добраться. Я уверен, что туда, а потом как-то в обход. Потому что иначе никак. Так, ну, собственно, на этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, покупайте игры через ссылочку в описании, пишите свои комментарии. Не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч. Пока-пока.